Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіть у гэтым выпуску. Открытый и ширый диалог. Наместник старшини Гомельского облвыканкама наведаў сёння Институт развития адукации. Годовина памяти. У Гомеля сёння прайшоў митинг, прысвечаны надыходзячаму святу вызвалення областного центра. Высокі вынік. Прадстаўнікі рэгіёна заваявалі 4 медалі на міжнародным турніры па інфарматыцы. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Улада адкрытая для дыялогу і прапаноў. Сёння намеснік старшыні Гомельскага аблвыканкама Уладзімір Прывалаў сустрэўся з калектывам абласнога інстытута развіцця адукацыі. Гутарка тычылася развіцця рэгіёна, стану эканомікі, сацыяльнай сферы, маладзёжнай палітыкі, прафілактыкі каронавірусной інфекцыі. Марына Севярьянова з падрабязнасцямі. Маскі, дыстанцыяванне. Сустрэча з Уладзімірам Прываловым праходзіць па ўсіх абумоўленых пандэміяй правілах. І тэма ковіду на сустрэчы таксама адна з цэнтральных. Напрыклад, у наступным годзе для медустаноў Гомельшыны плануюць закупіць яшчэ каля 10 апаратаў для камп'ютарнай тамаграфіі. Частку пакінуць у абласным цэнтры, астатнія накіруюць у раёны. З пачатку распаўсюджвання ковіду для медыцыны з абласнога бюджэта выдзелена каля 100 мільёнаў рублёў. Што тычыцца ўвогуле размеркавання бюджэтных сродкаў, то 70% з іх штогод стабільна ідзе на сацыяльную сферу. Тут Уладзімір Прывалаў зрабіў акцэнт і на праблемах людзей з інваліднасцю. У бліжэйшых планах зрабіць як варыянт групу ў сацыяльных сетках, дзе будуць кантактаваць такія грамадзяне з сацыяльнымі і іншымі службамі. Пілотны праект ўжо рэалізуюць у Калінкавіцкім раёне. Не зря гавараць, што здаровага чалавека і чалавека з агранічанымі возможнасцямі аддзяляць мгновенне. Поэтому нам надо сёння всем падумаць, каким образом дойти и достучаться до каждого инвалида, до каждого ребенка инвалида, до каждого человека, который сегодня не может по какой-то иной причине в силу здоровья прийти в тот же кружок центра социального обслуживания. Он должен сегодня в любом случае получить то внимание со стороны общества, общественности и органов государственного управления. И это задача номер один, которую мы будем решать в ближайшее время. Другая частка сустрэши – пытание от коллектива. Люди цікавіліся, ці не адменяць за пандемией новогоднее дитячее представление, учали пытанне аб тэрмінах з'яўлення вакцыны ад каронавіруснай інфекцыі, а перспектывах дыстанцыйнага навучання. Мы пагутарылі з удзельнікамі сустрэчы, каб даведацца аб іх уражаннях ад дыялогу. Закончылася сустрэча з заместителем председателя Гомельского облсполкома Владимиром Александровичем Приваловым. Вы задавалі свае вопросы, былі очень актыўны. После сустрэчы, вот скажыце, какое общее впечатление? Получили какую-то новую для себя информацию? Но, на мой взгляд, встреча получилась достаточно живой, актуальной, интересной. Они нужны для того, эти встречи, чтобы все-таки люди умели слушать друг друга и слышать друг друга, что самое главное. Владимир Александрович акцентировал внимание на необходимости ведения здорового образа жизни каждым, скажем так, членом нашего общества. И я очень солидарна, так как прежде всего здоровье наших детей, здоровье наших близких, наверное, это самое ценное на сегодняшний день. Так само Владимир Прывалаў пропоновал коллективу Гомельского областного института Тут развіцця адукацыі прадаставіць свае ідэі для меркавання на ўсебеларускім сходзе. Марына Севярьянова, Сергей Камкоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Заўтра наш абласны цэнтр азначае значную падзею – гадавіну вызвалення ад фашысцкіх захопнікаў. Мерапрыемствы з гэтай нагоды доўжацца ўвесь тыдзень. Так, напрыклад, сёння журботны мітынг прайшоў на Алеі Герояў. Нагадаем, Гомель стаў першым абласным цэнтрам Беларусі, вызваленым ад фашысцкіх захопнікаў у выніку гомельска-рышыцкай аперацыі. Насельніцтва горада на момант вызвалення складала менш за 15 тысяч жыхароў. Пры гэтым да вайны тут пражывала каля 140 тысяч чалавек. Памяць вызвалітеляў гамяльчане ўшаноўваюць падчас урачыстых мітынгаў, якія штогод праходзяць ва ўсіх раёнах абласнога цэнтра. Я внучка героя Савецкага Саюза, Коченка Фёдора Петровича. Скончался он, к сожалению, в 95-м году. То есть я была очень маленькая, но его образ в моей памяти сохранился очень таким значимым человеком, который проявлял свой героизм, защищая нас, можно сказать, дав нам право на жизнь, право на мирную жизнь.
Зараз у обласним центрі у живих залишилося біля 350 ветеранів. За епідеміологічної обстановки надходячі свята вони зустрікають вдома. У пам'яті об героїчних подвигах своїх предків керівництво в області і міста, представники громадських організацій і простої гамельчані усклали квітки і вянки до меморіалу. Хвилина мовчання змінилася урочистими залпами гармат. У кінці удільники мітингу випустили у небо білий голубов як символ миру. У связи с пандемией коронавируса святочные мероприемства и все лето проходят в скороченном варианте и обмежевываются в основном митингами с складанием вянков и кветок до мемориалов. Наши корреспонденты ознакомились с маловядомыми сторонками военной истории Гомеля и наведали несколько знаковых мест. У историю Великой Отечественной войны гомельская рыжская операция лишится одной из буйнейших по своих масштабах и узорной по мастерству выполнения. За проявленные мужности и героизм больше как 200 тысяч червоноармейцев были узнагороджены орденами и медалями. Свыше 300 человек стали героями Советского Союза. Керовал операцией у той час генерал армии Константин Рокоссовский. У 44-м он станет маршалом Советского Союза. После вызволения Гомеля знакомитый военачальник находился тут еще несколько месяцев. 7 снежня 1943-го до 10 красовика 44-го на тогочасной Одесской улице размещалась оперативная группа штаба 1-го Белорусского фронта. Гэты будинок захавался до нашего часу. А Рокоссовским сегодня у Воголи ведомо шмат. Возможно, что какие-то детали небольшие такие в формате то, что входило как бы в госсекреты. А так в основном, конечно, его деятельности много написано им самим в, значит, в своей книге «Солдатский долг», которая, к сожалению, уже вышла после его смерти. Ну, у нас в экспозиции она размещена, была подарена семьей когда-то еще краеведческому музею. С именем славутого генерала связывают и еще несколько объектов. У приватности размова идет об так званом бункере Рокоссовского. И он побудован на проконце 30-х годов одночасово с другим корпусом Гомельского державного университета. Гэты будинок и бункер связывая подземный ход, який захавался до нашего часу. Правда, на неким участку его заклали цеглой. Что тычется непосредственно подземелья, то зараз оно находится в аварийном стане и небеспечно для наведывания. Для нашей здымочной группы зробили выключение, хоть трапить во все помешкания оказалось немагчимым. Документов, которые подтверждали наведывание этого объекта Рокоссовским, не заховалось. А тому некоторые историки лишат это городской легендой. Худшее за все тут было еще довоенное бомбосховище. Магчима для отказных работников. Хоть поблизу от бункера знакомитый военачальник был сапраўды. Генерал армии примал активный удел у обновления разбуренных будинков тогочасного педагогичного института. В приватности размова идет об сучасных корпусах номер 2 и номер 3. По его распоряжению были выделены 5 автомашин, 3 упряжи с лошадьми, были выделены электрогенераторы, были выделены стекло для стекления, собственно говоря, запрашиваемое, собственно говоря, продукция деревообработки, и пединститут имени Чкалова смог начать учебный процесс, собственно говоря, вот при поддержке непосредственно командующего фронтом. Надо отметить, что теплые отношения складывались и в дальнейшем между Константином Константиновичем Рокоссовским и университетом уже в мирные послевоенные годы. У Гомельском областном музее военной славы Константину Рокоссовскому присвечено несколько стендов. В экспозиции шинель маршала, особистые речи, фотоздымки. Хоть протягиваючи тему знакомитых людей, которые принимали удел у Гомельско-Рыжской операции, тут можно назвать еще несколько прозвищ. Стоит отметить, безусловно, это Александр Исаевич Солженицын, который принимал участие в Гомельско-Рыжской наступательной операции. Он принимал участие в составе войск 63-й армии и, в частности, освобождал Ветковский район. Несмотря на то, что на фронте запрещалось вести дневники, Александр Исаевич вел этот дневник. И в одной из повестей, она называлась «Дороженька», есть упоминание, собственно говоря, о Ветковском районе и о тех боях, которые в событиях происходили в период освобождения, в период, собственно говоря, октября-ноября 1943 года. Кроме этого, конечно, мы должны вспомнить знаменитого кардиохирурга советского, это Николай Михайлович Амосов, который в составе 48-й армии, он был заведующим хирургическим отделением передвижного полевого госпиталя номер 2266, он принимал непосредственно участие в освобождении первого областного центра Беларуси. У 1967 году двойчи герой Советского Союза, маршал Советского Союза Константин Рокоссовский стал гоноровым громадянином Гомеля. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель. У Гомельском медицинском колледже сегодня прошел урок громадянскости и мужности для навученцев установы. Его просвятили на доходящей годовине вызволения областного центра от фашистских захопников.
Дарэчы, медыцынскі каледж мае прамое дачыненне да гэтых падзей. Гісторыя установы пачалася ў 1932 годзе і не спынялася нават у цяжкія ваенныя часы. З 1941 года і да самай перамогі выпускніцы фельчарска-акушэрскай школы, як тады называўся каледж, ратавалі жыцці байцам, праяўляючы гераізм і мужнасць. Гісторыі такіх жанчын былі агучаны ў фільме «Рэквіем памяці», які быў створаны па ініцыятыве Беларускага фонду міру. Яго можна было ўбачыць падчас урока мужнасці, потым відэазапіс з'явіцца на сайце каледжа. Сегодня вот здесь, в Гомельском медицинском колледже, будет реализован такой проект, посвященный очередной годовщине освобождения города Гомеля и посвященный героизму женщин-медицинских работников в годы Великой Отечественной войны, реквием памяти. В ходе этого мероприятия руководители общественных объединений расскажут о героизме наших соотечественников, женщин-медиков. И нам очень приятно, и мы очень благодарны с медицинским колледжем, нашим коллегам, общественным объединениям, которые с удовольствием поддержали этот проект. На мероприемстве перед молодью выступили представники таких громадских объединений, как БРСМ, Белая Русь и Червоный Крыж. И они лишат, что в выховании патриотизма молодого поколения и передаче героичного опыта важна консолидация сил. После мероприемства его удельники наведали ветеранов войны с віншаваннями до надыходящего свята. На Гомельщине протягивается проведение громадских приемных. На гэты раз устракалася с насельніцтвам и отказывала на телефонные звонки наместник начальника Головного управления адукации облвыканкама Жанна Жданович. За 2 гадзіны работы громадской приемной Жанна Жданович поспевая разглядеть шэраг пытанняў, якія тычацца розных бакоў нашага жыцця. Жыхарка Ветковского района скардзіцца на невялікую пенсию мужа инвалида 3-й группы с 37-годовым працоўным стажем. Гомельчанка пропануе перагледзець падыходы да пакарання за карупцыйныя злачынствы. На думку жанчыны, калі чалавек пагасіў даўгі і раскаяўся, яму неабходна змяншаць тэрмін зняволення, бо на свабодзе ён прынясе грамадству больш карысці. Сярод разгледжаных таксама пытанні выплаты так званых чарнобыльскіх пенсій і ўвядзенне спецыяльнага рэжыму ў навучальных установах і дзіцячых садах. Дарэчы, зараз школы і сярэднія спецыяльныя установы наведваюць 81% навучэнцаў. У дзіцячых садах гэты паказчык зараз складае 67%. Для параўнання, падчас вясенняга ўздыму захворваемасці на коронавірус у класах знаходзілася толькі каля 30% школьнікаў. Обязательный режим ношения масок всеми педагогическими работниками и работниками школы. Дети носят маски по желанию. Это обязательное проветривание классов, обязательное проведение влажной уборки с использованием дезсредств. И нужно отметить, что сегодня в беседах с родителями мы слышим, что все-таки опыт весенний говорит о том, что учебное занятие с учителем в классе – это самая лучшая форма общения, самая лучшая форма получения знаний. И очень надеются родители, что на дистанционную форму обучения нам переходить не придется. Беларускія школьнікі заваявалі на міжнародным турніры па інфарматыцы 7 медалёў, 4 з іх на рахунку прадстаўнікоў нашага рэгіёна, 2 ўзнагароды ў мазыран, 2 ў гамяльчан. Падрабязнасці ў наступным рэпартажы. 12-й международный турнир по информатике International Autumn Tournament in Informatics проходил онлайн. Удельничали школьники 16 краин. Кожная могла представить команду с 4 человек. Турнир проводился у 2 туры. На протягу кожного удельники споборництва повинны были распрацовать 3 программы и отправить их на проверку у систему, якая тестировала коды. Задачи были не особо сложные, чем на той Европейской Олимпиаде, которую я взял бронзовую медаль, но не получилось, отрешал задачи не так, как хотелось бы, но, в принципе, достаточно хорошо, что взял медаль бронзовую. Гамельчанин Александр Лосев рыхтовался до споборництва самостоятельно. Его наставник Михаил Долинский зараз на больничном, але допомагая своим учням дистанционно. На сегодняшний день Саша со своими сябрами рыхтуется до всероссийской командной олимпиады школьников по программированию, якая пройдет у снежне. За последние 10 лет
это первые медали на международных олимпиадах. Саша уже взял в этом году вторую медаль. Первая медаль была на Европейской олимпиаде, вторая вот на этой международной олимпиаде. Но мы ждем, конечно, продолжения. Саша работает, и вообще все те, кто занимается программированием серьезно и планируют одерживать такие победы, занимаются ежедневно. Я бы сказал, даже круглосуточно, без каникул. Все лето Саша провел в этом кабинете, дома у себя занимаясь ежедневно. По выниках турниру белорусы завоевали 7 медалей. Станислав Палын из Мазыра завоевал золото сярод молодших удельников. У Станислава Домасевича сребро сярод старейших. Бронзовые медали достались гамельчанам Александру Лосеву и Андрею Костяному. Яны выступали сярод юниоров и сеньоров отповедно. Вероника Гамзюкова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель». Дзяржаўтаінспекцыя сённяшняга дня запустила профілактычнае мерапрыемства «Зімовы тюнінг для машын. Правильный протектор шын». По 4 снежня инспекторы ДАИ проведут рейды и проверят, как водители подрыхтовали свои автомобили до эксплуатации в зимовых умовах. При этом у службы нагадывают, что недостатково подрыхтовать только машину, необходимо и самим перейти на зимовый стиль водження. Подарунок жыхарам города и района. Супрацоўники Чашерского РАУС, а так само ветераны службы организовали у лесе место для отпочинку. И оно находится каля автодороги у напрямку вёсцы Заболоте. Нагода для инициативы – надыходящая дата вызволения Чачерского района от немецко-фашистских захопников. За два дни мужчины усталявали 10-метровый навес, зарабили лавочки. Для будущих наведвальников навод назапасили дровы для шашлыку. Гэта и іншая новина информации о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте, в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи у эфира. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Сегодня в Брагинском районе на пожаре в частном доме погиб молодой мужчина. В момент возгорания с ним находился его приятель, но тому удалось спастись. Сообщение о пожаре поступило около половины пятого утра. 21-летний приятель хозяина дома покинул горящее помещение еще до приезда спасателей. Как только на месте оказались медики, он обратился к ним за помощью и был госпитализирован с диагнозом термические ожоги. А вот 22-летнему хозяину дома выжить в этом пожаре было не суждено. Под завалами обгоревших конструкций потолочного перекрытия он был найден спасателями. Медики констатировали смерть молодого мужчины. Предварительная причина пожара – неосторожность с огнем при курении. Следователи проводят проверку. Всего же за минувшие сутки на территории Гомельской области было зарегистрировано 3 пожара. 13 раз спасатели выезжали на оказание технической помощи. Вот такая дыра в межкомнатной перегородке образовалась в результате пожара в доме агрогородка Бабичи Речицкого района. Со слов спасателей, это произошло из-за нарушений правил при эксплуатации печи. А некорректная эксплуатация теплогенерирующих устройств стала причиной пожара в гараже в Лельчицах. Итог – повреждение огнем потолочного перекрытия. Очередной пешеход погиб на дорогах Гомельской области. В Речице на 42-летнего мужчину наехала женщина-водитель автомобиля «Опель». Та не заметила пешехода, который лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщили в ГАИ, наезд произошел на улице Набережной. Погибший, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного опьянения. Светоотражающие элементы на его одежде отсутствовали. Огромная просьба ко всем неравнодушным о том, чтобы сообщали по номеру телефона 102 в случае, если увидели на проезжей части дороги нетрезвого пешехода, либо пешехода, который двигается по проезжей части без световозвращающего элемента, либо лежащего на проезжей части человека, для того, чтобы мы имели возможность вовремя предотвратить происшествие на дороге. На Гомельщине осужденный за убийство сбежал из-под стражи, но был задержан через несколько часов после побега. Происшествие случилось 24 ноября в Ветковском районе. 41-летний осужденный, угрожая ножом сотруднику исправительного учреждения, сбежал с территории сельхозпредприятия, где он работал. В Гомеле и на территории соседних районов был введен план-перехват. В итоге машина преступника была остановлена правоохранителями. Год рождения? 1979. За что судим? 131. У мужчины был найден нож в ходе обыска. Сейчас сотрудникам органов внутренних дел предстоит выяснить, откуда у осужденного оказалось холодное оружие на территории исправительного учреждения. Туда он был переведен в 2019 в связи со смягчением режима наказания. Не досидел всего 2,5 года. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело за побег с угрозой применения насилия.
Пальчики иногда опухают. Об этом должны помнить люди, которые носят кольца. Особенно отеки возможны после физического труда. Накануне помощь в снятии кольца понадобилась 46-летней жительнице Хойников. Женщина обратилась за помощью в МЧС. Спасатели воспользовались кусачками и сняли кольцо с безымянного пальца хойникчанки. Кольцо на переплавку, но зато, как говорится, палец цел и невредим. И последнее. Устанавливается личность мужчины, который может быть очевидцем конфликтной ситуации. Вот фото этого человека. Он мог быть свидетелем разборки возле кафе «Ферма» в Гомеле. Если вы узнали мужчину, сотрудники милиции просят сообщить об этом по телефонам, указанным на экране. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4 и берегите себя. Увидимся. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. БЧ и «Дорожник» завтра сыграют перенесенный матч 9-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Поединок пройдет в Гомеле в спорткомплексе «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 15:00. Зрителей на трибуны не пустят. В турнирной таблице команды соседи. Железнодорожники на 4-м месте, минчане строчкой ниже. Между тем определена пятерка лучших голов, состоявшегося в минувшие выходные 11-го тура. На второй строке взятие ворот Борисова 900 в исполнении железнодорожника Константина Кускова. БЧ тогда победил 4-1. Лучшим признан гол столичника Дмитрия Лисаковича в ворота охраны «Динамо». В жлобинском хоккейном «Металлурге» изменения во вратарской линии. Покинул команду российский голкипер Владислав Дмитриев. Пополнил состав «Столиваров» вратарь сборной Беларуси Михаил Карнаухов. Голкипер в минувшем сезоне провел 12 матчей в КХЛ в составе столичного «Динамо» и столько же в форме «Динамо Молодечно» в экстралиге. Надежность – 88% отраженных бросков. Полесское дерби высшей лиги хоккейного чемпионата. Дубль «Металлурга» приезжал в гости к «Рысям». Жлобинская хоккейная молодежь нокаутировала гомельскую дважды. В первом поединке «Столивары» взяли вверх 12-0. Во втором «Рыси» сумели забросить трижды, правда, пропустили 17. В турнирной таблице «Металлург-2» на 4-м месте, дубль «Гомеля» на 13-м. Гомельчане в расширенном списке претендентов на поездку на чемпионат мира по гандболу 2021 года в составе сборной Беларуси. В числе 35 игроков, названных главным тренером Юрием Шевцовым, полусредний Гомеля Дмитрий Смоликов и крайний Эдуард Ярош. В Египет в январе отправятся только 20 гандболистов. На предварительном этапе сборная Беларуси сыграет с командами Словении, Южной Кореи и России. Команда «Водоканала» стала первым финалистом Кубка Гомеля по волейболу среди мужских команд. В полуфинале «Водоканал» был сильнее «Алмаза», представляющего предприятие «Гомельстекло». 3-1. Другой участник матча за золото станет известен завтра на паркете спорткомплекса «Локомотив». Во втором полуфинале сыграют «Бумпром» и «Гомельское управление магистральных газопроводов». Начало матча в 19:00. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».